Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех с берегов Невы, буквально прямо вот я сейчас вот возле воды, возле Невы самой, Санкт-Петербурга. Благословляю всех вас, это Дворцовая набережная. Вот, прекраснейшее место, красивейшее место здесь в Петербурге, исторический центр. Здесь можете увидеть даже и крепость Петропавловскую. И вот здесь, там видна немного стрелка Васильевского острова. Здесь прогулочные корабли ходят с экскурсиями. Вот. И сегодня такая прогулка по Петербургу. Я называю это молитвенные прогулки такие, когда тоже благоставляю какие-то города, страны. И вот сегодня здесь, вот на берегах Невы, благоставляю из берегов Невы, благоставляю всех вас, дорогие друзья. Вчера было воскресное служение, в гостях был в кирхе, здесь Святой Екатерины на Конюшиной. И общение было, чаепитие. Вот, и встреча с друзьями старыми, как оказалось, да, знакомыми с других церквей, с юга России, с Краснодарского края, вот, с Кубани. Вот, слава Богу. Здесь в Петербурге, я так понимаю, кого только не встретишь вообще. Здесь много и старых, и новых знакомых, слава Богу. И уже по милости Господня, так уже в принципе больше или меньше, но фактически вот все конфессии, деноминации здесь христианские я, ну, знаю. Вот, познакомился фактически со всеми уже, слава Богу. Это очень важно, очень нужно. Вот, и потому что молитва за все тело Христово и реформация, это действительно, это не удел только лишь там отдельных конфессий. Это действительно, это великое благо для всего тела Христова. Потому что реформация, в отличие от деформации, деградации, да, это восстановление, это покаяние церкви, это исправление, работа над ошибками. Вот, и Господь да благословит нас в этом. Здесь, на берегах Невы и Жоры, зарождалось православное обновленчество больше 100 лет тому назад. В этот приезд я вновь и вновь, как говорится, паки и паки, снова и снова молюсь о духовном пробуждении Петербурга, северо-запада России и всего этого края. Вот, и молюсь о возрождении православного обновленчества. Вот, поддержите меня в этой молитве, хорошо? Вот, и кто имеет такую возможность, то и финансово участвуйте, материально участвуйте в этом служении. Если вы тоже молитесь за Петербург, и у вас есть в сердце желание потрудиться здесь, на берегах Невы, то как миссионер, как евангелист, проповедник, то со мной свяжитесь обязательно также. Вот, буду рад дружбе и сотрудничеству на Неве Божьей. Слава Богу. Вот, и, ну что, благоставляю вас всех, дорогие друзья. Благоставляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас. До встречи с Богом.